Итак, друзья, всем привет! Как вам и говорил в прошлом видео, что надо будет обязательно съездить еще раз через неделю посмотреть грибочки. Вот сегодня пятница, 2 сентября. Он с другом выехали, короче, на наши опятошные места. Посмотрим, что за неделю наросло. Надеюсь, что до нас их никто не пособирал. Ну, а если кто-то что-то пособирал, хотя бы, чтобы нам оставили. Так что смотрим видео. Я думаю, что-нибудь мы сегодня все равно найдем. Ну и вот, друзья, только-только зашли в лес, сразу же начали попадаться маслята. Прям вот смотрите, семейками. А вот, друзья, то, зачем сегодня я и приехал. Вот, смотрите, какая красотища. Как раз вот они за 4 дня вот так вот подросли. Ну и получается, вот столько я собрал с первого попавшегося пенечка. Уже радует. Ну и так, друзья, только-только получается зашли в лес, еще до наших мест даже не дошли, а уже вот небольшой результат по опятам, и маслята попались, так что уже не зря приехали. Собираем дальше. Дошли мы до наших мест, и вот, как я и говорил, смотрите, тут какая красотища. Опятки уже наросли, мы, похоже, здесь еще первые. Опять следующий пенек. И тоже весь усеянный. Такая красота. И вот через каждых полметра вот такие вот пенечки. И вот такие красотулечки растут опять. Это вот тот наш ельник, про который я вам показывал в прошлом ролике. Мелкие. Самое то мариновать. А вот, друзья, смотрите, смотрите, какая красотища. Ну, тут, наверное, точно пол ведра будет. Это уже прям бодренькие. И вот так вот. Все усеяно. Такая вот у нас природа. Такой вот у нас Кудряшовский бор. Ну, вот уже и покрупнее стали попадаться. Вот эти вот уже, вот смотрите, рука. Такие хорошенькие. Вот с другой стороны. Вот смотрите, что не березка, то опята. И вот смотрите, сколько их тут. Целая-целая куча. Вот тут такая вот красота. Кругом-кругом. Одни опята. Такое удовольствие, друзья. А вот нашел такой вот еще совсем мелкий. Ставлю их либо себе на следующий раз, либо, может быть, кто-то приедет раньше меня и соберет. Смотрите, березку прямо издалека увидел. Тоже, конечно, миленькие, но эти можно уже порубить. Вот такая вот, друзья, красотища. Вот. Вверх идут прям. И вот каждое деревце, каждый пенечек. Вот такой вот красотой усеян, друзья. Устал уже, короче, ходить, собирать. Сел немного перекурить. Вот в таких вот мы дебрях лазим. Но тут получается практически каждое второе дерево все усеяно опятами. Ну, дофига еще мелких, которые мы не берем. Собираем где-то, ну, вот от таких вот. То есть, грубо говоря, сантиметров по 3, по 5. Опять же, никуда от того места не отходил. Смотрите и радуйтесь, и завидуйте. И вот еще. Конечно, не видно тут так хорошо. Ну вот, смотрите, как все усеяно. Ну, вот, как видите, очередной пенек. Здесь уже хорошие опятки. Вот такая вот красотища. Продолжаем собирать. А вот прям рядом еще один такой же пенечек. Так что здесь я минут на 15 точно зависну.
Вот так вот пенек за пеньком. Уже практически полный рюкзак. Сейчас вот этот вот пакет еще дособираю доверху. Ну и будем собираться домой. Вот, друзья, обещал вам показать хороший пенек. Вот он наконец попался. Здесь вот точно ведра полтора будет. Весь усеянный со всех сторон. Такая вот красотища. А вот рядом, смотрите, прям сразу же вот еще один. И ладно, так далеко, чтобы не ходить. Вот, допустим, вот сразу же третий. Как тут домой соберешься, а? Растут. Еще не тронутые. Все уже полное, а опята все попадаются и попадаются. Так что сейчас, наверное, будем потихоньку идти в сторону дороги. И уже, наверное, и собирать их не будем. Хватит нам. Ну что, друзья, находились мы по лесу вообще от души. Еле-еле вон волочим рюкзаки, там, я не знаю, ну... Мульту показать можно. Да я и свой, наверное, покажу. В общем, где-то ведер по 5 это стопудово набрали мелкого отборного опенка. Так что все классно. Отдохнули ништяк, грибов насобирались вообще немерено. А на этом у меня все. Подходим мы уже к трассе. Так что, кто досмотрел видео до конца, всем спасибо за просмотр. Всем пока и ждите от меня новых хороших видео. Всем удачи. Ну и в общем, вот такой вот результат получился. Ведер, наверное, 5 я смог унести. Там их было больше. Такая вот красота.